У этих пилотов другие самолеты, вернее, коптеры или дроны, летающие камеры. Дроны взлетают, летают, врезаются, иногда даже в самолеты. По закону летать нельзя, опасно. Летать безопасно тоже можно. Через новый сервис, без арестов, срывов съемок и с чистым небом, без аварий. Есть город Казань. Сейчас мы вышли на Зеленодольский район, Верхнеуслонский район и так далее. То есть на районы, задача поставлена на весь Татарстан. Через ассоциацию летают любители, профессионалы, туристы. С разрешения снимают кино и даже обучают юных робототехников. Эти ограничения обрушили всю кружковую деятельность. Если раньше это было просто ай-яй-яй, то сейчас это реально выливается в реальные штрафы. На сегодняшний день площадок для полетов, благодаря системе, которые разработали ассоциация беспилотных летательных аппаратов, их больше 200. Система в своем роде уникальная, и в Татарстане не было, а летать хотелось. Пошли к президенту, президент поддержал, сервис заработал. Пилоту достаточно один раз у нас на сервисе зарегистрироваться, пройти всю процедуру авторизации и за день до полета буквально нажать на несколько кнопок, указать на карте, где он будет летать, со скольки до скольки, и все, в принципе. Сейчас на сервисе пилоту av.ru 200 регистраций и 1000 легальных полетов. Если раньше нужно было пройти 6-7 ведомств, то сейчас достаточно один раз зарегистрироваться на сервисе и получить разрешение уже на следующий день. Сервис генерирует вам вот такую вот наклейку, и ваш полет будет уже легальный. Лилия Кашфарова, Алмаз Зидинов, ТНВ, Казань.